Студент третьего курса Самарского университета Максим Буданов получает из рук волонтера специальную карточку участника фестиваля «Карьерный пикник». Там указаны все компании, которые представлены на фестивале вакансий. Молодой человек уверен, о будущем рабочем месте надо задумываться заблаговременно до выпуска, поэтому и пришел узнать, что предлагают будущие работодатели. Остался всего лишь буквально один год, и ты выходишь из университета во взрослую жизнь, и желательно, чтобы у тебя были какие-то уже знания и мысли по поводу того, кем ты хочешь быть в будущем. А если у тебя будет, как сейчас, возможность вообще поговорить с представителями компании, это замечательно. Всего на ярмарке вакансий представлены 25 компаний и организаций, и не только самарские. Так, специалисты в области авиационной промышленности из Подмосковья целенаправленно приехали искать новые кадры именно на студенческом фестивале, поскольку уверены, у молодых людей более творческий и подвижный ум, и они быстрее адаптируются к современным условиям труда. Молодое поколение, студенты – это будущее нашей страны. Студенты должны понимать, что есть реальная работа, реальные проекты, в которые они могут вложить свои знания, которые получили в университете. В течение дня эксперты проводят различные мастер-классы, помогают участникам фестиваля пройти профориентационный экспресс-собеседование и консультируют по вопросам трудоустройства. У студентов есть возможность еще на этапе учебы познакомиться, пообщаться, определить, какие сферы работы, какие виды деятельности будут интересны. И дальше как раз это уже более тесная история с уходом на стажировки, на практики в эти компании. И, по сути, сегодня такой первый шаг знакомства, который дальше продолжается уже взаимодействием и потом выходами на работу. Еще одно отличие фестиваля. Открывается он не только для студентов, но и для всех жителей города, которые ищут работу. Карьерный пикник уже традиция для Самарского университета. Его проводят два раза за учебный год. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.